В Актобе огласили приговор местному жителю, сбившему насмерть 3-летнего ребенка. Трагедия произошла в сентябре на объездной дороге возле садоводческих коллективов. Грузовая «Газель» сбила мать с ребенком прямо на пешеходном переходе. Девочка скончалась через несколько часов в больнице, а женщина с многочисленными травмами была доставлена в реанимацию. Она до сих пор получает лечение. 18-летнего водителя арестовали. По факту ДТП возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что «Газель» двигалась со скоростью почти 100 км в час, и водитель не притормозил перед знаком «пешеходный переход». К слову, подсудимый признал свою вину. Он выплатил потерпевшим моральную компенсацию в размере 10 миллионов тенге и просил не лишать его свободы. Родные погибшие в ходе судебного заседания заявили, что простили подсудимого. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления транспортным средством на 5 лет.